Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в Dark Tide. Играем нашим дорогим пулеметчиком с небольшой возможностью ударить потяжелее. Получить бонус за это. Ну, допустим, да. Вот. Дальше, собственно, берем проценты вместо статичных данных. Немножко поджигаем, больше боеприпасов. И не берем ускорение, потому что бесполезно, все равно какая разница. Ну и критичный удар тоже, когда тебе просто нужно расстрелять всех нахрен. Вот. И, собственно, немножко больше стойкости. Тут я бы, наверное, все-таки взял вот этот вот пулемет. Он, конечно, чуть послабее. We're gonna nick theirs. Once you're inside, I'll send a Valkyrie to carry anything worth stealing. Should be simple enough. Тот пулемет, который я взял, конечно, немножко послабее, но, по крайней мере, он стабильный, как бы, средний между количеством боеприпасов и количеством урона. Но, походу, к нам все-таки кто-то присоединится. Да, Юрий... Ой, не хрена себе. Куда это мы попали? О, супер горение как раз таки будет, да, вот. Блин, настолько ни хрена не видно.
надотом меч. Будем бороться за патроны, да? Это не прикольно. Да, блин, что ж я попасть-то не могу. Umber, for you. So you made it. Thanks! Ah, I see what you did. Safety for everybody!
снайпер. Там не только снайпер, потому что он такой пленник. Thank you. Okay.
Нифига, не там. Вообще что-то видите? Скроешься от гнева императора. Особенно если это Огрин. Down.
окей. Ну, сейчас меня, скорее всего, убьют, блин, зараза. Слишком потрогнуться. Отвлекал как мог. Блин. Тут забрали все? Смотрю, что забрали все. Красавцы. Побежали отсюда. Конечно, бегун из тебя такой себе. Но ты стараешься. Блин. Джо? Ну все. Сенс погаем. Все, спасибо, дорогие товарищи. Умерли, конечно, правда, порядком, но тем не менее зашли и вынесли, если я кого называл
Не очень хорошо во время игры. Считайте, это было под следствием эмоций. Вот. И это не касается их в целом. Вот. Ладно. Лайки, подписки, шары, если вам понравилось. А вам это будет приятно, мне это будет полезно. Заходите еще и поиграем во что-нибудь еще. Вот. Ну а на сегодня все. И пока-пока. И император хранит. Поэтому убивай во имя императора.